11 ноября в половине 9 вечера Александр выехал из дома в микрорайоне Северный на встречу. Он занимался ремонтом сантехники и должен был обсудить вопросы с потенциальными заказчиками. Встреча была назначена в микрорайоне Солнечный возле шиномонтажной станции. Последний раз Александр позвонил жене в 22 часа, сообщив, что вернется к ужину. Но домой он так и не приехал, телефон был отключен. Жена и сын отправились на поиски. Ночью за сеной пазью они обнаружили заведенный автомобиль с ключами и документами. Александра рядом не было. На утро были организованы поиски пропавшего. Тело с резанными ранами было обнаружено сегодня ночью в лесу возле села Смоленко. Сегодня следственным отделом по центральному району задержаны подозреваемые в убийстве. Это двое читинцев 34 и 23 лет. Сейчас они допрошены. Один из них признался в содеянном. По установленным на текущий момент данным, 11 числа они вместе с потерпевшим приехали на его автомашине в микрорайон Сенная Пать, где под угрозой ножа заставили его пересесть в другую автомашину и вывезли в район села Смоленко, где совершили убийство и избавились от тела. После этого скрылись. Из автомашины и у самого потерпевшего ничего не было похищено, поэтому я еще раз повторяюсь, корыстная цель убийства у нас в качестве основной не рассматривается. Расследование уголовного дела продолжается. Марина Кузнецова, Лев Нескромный, Сергей Рычков. Время новостей.